сегодня опять поговорим о статистике трех фотостоков в прошлом месяце, о том, какие посетители из каких стран, в каком количестве посещали эти фотостоки. Сегодня мы поговорим о таких трех фотостоках, как Motion Elements, PNG3 и 2020. На Motion Elements в апреле была более-менее стабильная посещаемость в сумме 561 тысяча. Корея 20,27, Тайвань 9,31, Япония 8,91, Россия 4,41, Германия 4,33%. Сравним с посещаемостью в марте. Корея 18,15, Тайвань почти 10%, Япония почти 9%, Россия 4,5%, Таиланд 4,31%. Мы видим, что на пятом месте вместо Таиланда оказалась Германия в апреле, но в сумме стабильная посещаемость, и она не падает. На PNG3 тоже была стабильная посещаемость в апреле в сумме 12 миллионов 530 тысяч. Бразилия почти 8%, Индия 7,89%, Индонезия 6,85%, США 6,56%, Таиланд 3,57%. Сравним с посещаемостью в марте. Бразилия 8,24%, Индия чуть больше 8%, США 6,77%, Индонезия 5,44%, Таиланд 4,38%. Мы видим, что Индонезия и США поменялись местами, но вообще на PNG3 все стабильно. На 2020 в апреле также была относительная стабильность в сумме 702 тысячи посетителей. США 21,27, Таиланд 6,69, Бразилия 5,6, Россия 5,32, Индия 5,28%. Сравним с посещаемостью в марте. США 24,28, Бразилия 6,57, Таиланд 5,76, Канада 4,7, Индия 4,67%. Мы видим, что вместо Канады появилась в апреле Россия, также Бразилия и Таиланд поменялись местами, но на общий результат это никак не повлияло. В сумме все стабильно на 2020, посещаемость на уровне. Пишите, пожалуйста, в комментариях, сотрудничаете ли вы с каким-то из этих стоков или с какими-то, и насколько вы довольны получением дохода. Благодарю всех за просмотр. С вами была Поля. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!